У тебя есть еще целый будет месяц до финала, чтобы выучить, как это будет фраза, чтобы в конце, в финале блеснуть. Отлично. Скажи, что, подожди, не уходи. Скажи, пожалуйста, на английском всем привет. Она очень хорошо знает английский. Аплодисменты! Спасибо большое. Участница номер 8, прошу к микрофону. Попрошу поближе, чтобы все вас слышали. Зовут меня Ульяна. Я живу в замечательной семье, где есть мама, папа, брат и моя любимая кошечка с голубыми глазками. 4 года я занималась художественной гимнастикой. Сейчас я танцую и учусь в колледже искусственного хореографа. Спорт научил меня добиваться своих целей, не вешать нос при неудачах и уважать своих соперников. Во мне, так же, как и в каждой девочке, живет маленькая принцесска в розовом платьице, которая мечтает быть счастливой, и каждое утро я просыпаюсь с этой мечтой. Замечательно, аплодисменты. Скажи, пожалуйста, есть какой-нибудь у тебя девиз, который бы ты, ну или, может быть, пожелание всем участникам конкурса? Ну, ничего не бояться и быть собой. Ничего не бояться и быть собой. Замечательное пожелание. Спасибо большое. Занимай свое место. И конкурсантка номер 12. Добрый вечер. Меня зовут Давыдкина Елизавета. Мне 16 лет. Я учусь в 11 классе и достаточно успешно его заканчиваю. Собираюсь поступить в СПбГУ на экономиста Санкт-Петербургский государственный университет. Уже более 10 лет я изучаю английский язык и занимаюсь хореографией в разных направлениях. Это модерн, современная хореография, перформанс, ну и так далее. Также Павел даже больше, наверное, занималась плаванием, я КМС по плаванию. Вот. Всем участникам я желаю только удачи и только вперед. И если чего-то даже не получится, пусть они не улыбаются. Пусть они не улыбаются. Скажи, пожалуйста, вот контрольный вопрос от меня. Давай по-английски, как будет? Я победитель конкурса «Имидж 2014». Уже победитель или буду? Давай. Да, я понял. Давай, я буду, хорошо. Давай так. Я стану, скажу. Хорошо. I will became winner Image 2014. Хорошо, замечательные аплодисменты. Спасибо. Замечательно. Вот эти первые 6 участниц прошу. Девушки, проходите за кулисы. Ну и следующие 6 участниц встречаем бурными аплодисментами также. Знакомимся со следующими участницами. Я предлагаю слева направо. Не, давай по порядку, по номерам пойдем. Давай с номера 13 как раз. Чтобы нашему жюри было удобнее. Добрый вечер, меня зовут Инесса, мне 20 лет. Я учусь на 3-м курсе Тюменского государственного нефтегазового университета. В свободное время я стараюсь поддерживать себя в форме, хожу на тренажерку, гуляю с друзьями, в кино хожу. Вопрос такой. Ты ходишь в тренажерный зал, правильно? Сколько у тебя в Инстаграме фотографий спортзала? Я не выкладываю. А сколько их? Этот вопрос остается. Их очень много. Замечательно. Каждое посещение, да, ты фиксируешь? Хорошо, что бы еще такое спросить? Скажи, пожалуйста, а какой твой любимый предмет в школе? В школе? Да. Я уже давно в школе не учусь. Я помню, какой у меня был любимый предмет. Наверное, алгебра. Хорошо, а любимый поэт? Хорошо, аплодисменты участницы по номерам 13. Спасибо большое. Участницы по номерам 15. Прошу. Группа поддержки даже вот. Добрый вечер, меня зовут Иванова Дарья. Мне 18 лет. Я учусь в нефтегазовом университете на 1-м курсе по профилю менеджмент. В свободное время я люблю проводить время со своими друзьями, с семьей. С детских лет я занимаюсь танцами, занималась игрой на гитаре, даже на барабанах чуть-чуть было. Люблю рисовать, обучалась в центре архитектурной подготовки. Собственно, все. Спасибо за внимание. Скажи, пожалуйста, а какую композицию ты любишь больше всего играть на гитаре? Это я говорю. Я справа, вот, да. Скажи, пожалуйста, а какую композицию ты
любишь играть на гитаре? Честно говоря, я уже очень давно не играю, как бы... А на барабанах какую композицию любишь играть? На барабанах я просто музыкальные рисунки подбираю. Музыкальные рисунки? Какое выражение прекрасное. Это специально, чтобы ты сейчас не сказал, давай постучи здесь. Наиграй какой-то мотив. Да, хорошо, спасибо большое, участница номер 15. Всем добрый вечер. Меня зовут Балаватская Анастасия. Мне 18 лет. Я учусь в Нефтегазовом университете, в Институте менеджмента и бизнеса. Я думаю, не стоит говорить о своих положительных чертах характера, так как считаю, что о них должны говорить окружающие меня люди. Но могу сказать, что я очень активный, творческий человек. С детства я занимаюсь эстрадным вокалом, закончила музыкальную школу, занималась танцами, закончила театральную студию. Этот конкурс для меня не только возможность проявить себя, узнать что-то новое о себе, но и познакомиться с интересными людьми. В жизни я считаю, что мысль, она материальна, поэтому я очень часто мечтаю, и зачастую мои мечты становятся моими целями. Спасибо. Спасибо большое, участница номер 17. Мы провожаем аплодисментами это место. И участница номер 18, прошу. Кто не услышал, она занималась хоккеем. Аплодисменты и на участницу прошу, проходите на свое место. И участница номер 19. Я напоминаю, можно будет подойти чуть-чуть даже ближе к микрофону, чтобы все вас услышали. Добрый вечер, меня зовут Альбина. Родилась я в историческом духовном центре Сибири, славный город Тобольск. Мое жизненное кредо в здоровом духе, в здоровом теле, здоровый дух. А сюда я пришла побеждать. Ну, в Тобольске именно так говорят. Да. Аплодисментами поддержим. Видим, что участницы волнуются. И участница номер 20. Прошу к микрофону. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я приехала из города Калиулин. Учусь в Тюменском государственном архитектурно-строительном университете на третьем курсе. Я занималась 9 лет волейболом. Ну, еще пару плаваний занималась. Ну вот, сегодня для меня необычный день. Сегодня мне исполнилось 20 лет. Поздравляем с днем рождения, участницу. Мне кажется, Александра специально выбрала такие виды спорта, как волейбол, плавание, чтобы мы сейчас не сказали, давай здесь поиграем с тобой, либо поплаваем. Отлично! Аплодисменты! Аплодисменты участницам, провожаем за кулисы. Ну и сюда на сцену зовем еще 6 участниц, которые прошли во второй раунд или этап полуфинала. Конечно же, под аплодисменты всех собравшихся. Вот они, 6 участниц, замечательно. Прошу, девчонки. Участница под номером 23. Меня зовут Аня, мне 17 лет. Я учусь в лицее при Тюменской государственной медакадемии в 11 классе. В будущем я собираюсь поступить в медакадемию, пойти на лечебный факультет, на онколога. Здесь я открыла для себя в лицее, то есть волонтерскую практику. И когда ты приходишь в больницу, ты понимаешь, что ты занимаешься тем, чем тебе действительно нравится заниматься, чем ты готов заниматься всю жизнь. И я сейчас стою на этой сцене. И я чувствую то же самое. Спасибо большое, участница 23. Участница номер 26. Аплодисменты, конечно. Добрый вечер, дорогие гости. Добрый вечер, уважаемые жюри. Меня зовут Диана, мне 20 лет. Петь и танцевать, к сожалению, не умею. На конкурс хочу пойти для того, чтобы открыть себе новые таланты. Вообще, это все. Итак, хорошо, вопрос такой. Сейчас открою. Вопрос такой. Вот представь, что тебе дается 5 секунд, и ты должна удивить сейчас. Вот что бы ты сейчас сделала? Ты можешь рожу типа кошек, можешь какое-то движение из танца. Можешь помахать руками. Что бы ты сделала? Модельную проходку? Отлично, подошли аплодисменты. Хорошо, мы модельную проходку уже показали у нас и не одну. Спасибо большое, занимайте свое место. На место модельной проходки. Да, вот. Участница номер 27. Прошу, микрофон. Добрый вечер, уважаемые жюри и гости. Меня зовут Полина, мне 21 год. Я закончила Российский государственный социальный университет по специальности экономист.
Я приехала в Тюмень недавно, до этого жила 4 года в Сургуте, и там работала свободной моделью. Сюда я приехала с такой мечтой стать профессиональной моделью и работать непосредственно в агентстве. С детства я была очень активным ребенком, я занималась просто всем подряд, начиная от гимнастики, заканчивая стрельбой из пневматики. В университете я играла на барабанной установке, у нас была своя группа. Вот. Сейчас основное мое увлечение, помимо работы, это спорт, тренажерный зал, пол-дэнс и сезонные виды спорта. Работаю я в Ханты-Мансийском банке персональным менеджером по кредитованию. Спасибо большое. Если нужно будет кредит, можно будет обращаться, да? Обязательно. Я могу оставить свой номер телефона, чтобы вы мне приходили. Мне все равно кредит не выдадут. Да-да-да. Или под максимальные проценты тебе лично. Спасибо большое. Занимайте свое место. Мы продолжаем знакомиться с участницами. Участница номер 28. Просим подборные аплодисменты. Здравствуйте. Меня зовут Жанел. Мне 14 лет. Я учусь в 9 классе. После того, как я закончу школу, я хочу стать врачом, педиатром. Я также хочу реализовать себя в качестве модели. Ради этого я пришла сюда на конкурс и надеюсь, пройду дальше. Вот, такая юная участница. Мы заметили, что очень популярна профессия медика, да? Врача среди наших участниц. А именно педиатром, да, ты хотела бы стать? Именно педиатром? Да. Скажи, а почему вот именно вот педиатр? Ну, я люблю детей. Замечательно, спасибо большое. Занимай тогда свое место и продолжаем участницу номер 31. Добрый вечер, уважаемые судьи и гости. Меня зовут Екатерина, мне 18 лет. Я студентка Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. Я поступила на первый курс. На самом деле я очень в своей жизни многим увлекалась, многим занималась. Сейчас остановилась на танцах. Я занимаюсь в уличных танцах и Федерации черлидинга Тюменской области. То есть в детстве я занималась и гимнастикой, и байкингом. Сейчас я нашла себя именно в этом. На самом деле цель моего присутствия здесь, мне бы хотелось показать многим девушкам, может быть, на своем примере, что если ты чего-то хочешь, нужно идти к своей цели и не бояться. И если верить в свои силы, свою мотивацию, у тебя все получится. Спасибо. Вот такая замечательная информация себе рассказала участница номер 31. Продолжаем. Участница номер 32. У меня даже вопросов никаких не возникло. Здравствуйте, меня зовут Алимбаева Луиса. Мне 14 лет, я учусь в 8 классе. Я люблю танцевать. Сейчас я танцую в Федерации черлидинга Тюмени. Занималась вералаши, ходила на хип-хоп, занималась теннисом, волейболом. В общем, я люблю спорт и... Модельно я пошла, потому что как бы я хотела заниматься модельным и не знаю, придя на этот конкурс, я просто не знаю даже. Хотела бы победить, да, наверное? Я хочу сказать, чтобы не прям так, что я хочу победить, я хочу участвовать в этом конкурсе, но. Ты хочешь просто поучаствовать? Большое спасибо! Я вот чуть-чуть Кличко услышал сейчас. Хорошо, спасибо, девушки. Продолжаем подборные аплодисменты этих девчонок. Встречаем следующие 6 участниц. Аплодисменты, аплодисменты! Этим замечательным девчонкам, они волнуются, как вы уже поняли. Это очень ответственно, выйти на такой большой зал, разговаривать микрофон. Прошу, участница номер 34. Мне 19 лет, я учусь в Тюменском государственном университете на направлении экономика предприятия. С детства я люблю заниматься спортом, занималась таким видом спорта, как степ-аэробика, фитнес, волейбол. Сейчас мне очень нравится кататься на горных лыжах. И что я бы хотела сказать? Я бы хотела пожелать всем удачи, всем девочкам. И хотела бы про себя сказать, что я люблю доводить любое свое дело до конца. Спасибо. Можно вопрос такой? Вернее, предложение. А можете попросить, чтобы ты станцевала степ-аэробику? Ну нет, сейчас просто там нужно специальное оборудование. Потом можешь сходить, договориться, где они занимаются, сходить посмотреть. Спасибо большое, занимай свое место и продолжаем. Я просто
моими мыслями будет совпадать, нет, есть нет? Нет. Отлично. Добрый вечер. Кутикова Наталья, 20 лет. Сейчас обучаюсь на направлении экономики, но до сих пор не знаю, действительно ли хочу стать экономистом. Поэтому с удовольствием реализую себя в качестве танцора. Это современная хореография, эстрадная. В прошлом 11 лет народной хореографии и 1 год в студии группы поддержки хоккейного клуба «Рубин». Во время студенческих весен с удовольствием участвую вместе с творческими командами Тюменского госуниверситета в таких направлениях, как художественное слово, хореография, оригинальный жанр и мода. Петь не умею. Все. Спасибо. Петь не умею, ну чтобы точно не попросили решение. Петь не умею, отлично. Спасибо. Участница по номеру 36. Добрый вечер, меня зовут Евгения, мне 24 года. В данный момент я работаю директором магазина. Я очень люблю путешествовать, катаюсь на сноуборде. В свободное время я занимаюсь своим любимым хобби. Я мастер ногтевого сервиса. 8-961, да? Реклама уже идет дальше. Спасибо большое. Итак, давайте знакомимся. Номер 37 участница. Ого. Секундочку. Куда приподнять, подержать, я не знаю. Мне кажется, мы бы неплохо смотрели. Давайте аплодисменты, пока мы готовим аппаратуру. Да не получается, да? Получается. Я предлагаю вот так вот сделать. Меня зовут Мария, я с 11 лет. Получила титул мисс очарования Пантеры 2012. Очень люблю велоспорт и целеустремленный. Петь танцевать не умею, только для себя. Все, вопросов нет. Петь танцевать не умею, показать ничего не могу. Итак, продолжаем дальше. Номер 40, участница, прошу. Под ваши аплодисменты, конечно же. Все, прошу. Здравствуйте, меня зовут Кишко Валерия. Мне 19 лет, я являюсь студенткой Тюменского государственного нефтегазового университета. С самого рождения, с самого детства я занимаюсь танцами. Веду очень активный образ жизни. Всего привыкла добиваться сама. Сама научилась играть на гитаре, сама научилась рисовать. Ну, то есть все, за что бы я ни бралась, все у меня получалось. Здорово. Вопрос такой, с самого рождения это со скольки лет? Веселый младенец. Оп-оп-оп. Не с самого рождения, с 7 лет. 7 лет, отлично. Аплодисменты участницам. Спасибо большое. Итак, участница номер 41. Всем добрый вечер. Меня зовут Лысенко Ксения. Мне 19 лет. Я веду здоровый образ жизни. Занимаюсь в тренажерном зале. Также работаю в атлетическом клубе «Антей». В этом году получила... Среднеспециальное образование. В студенческой жизни принимала активное участие в конкурсах, в основном танцевальных. Пришла на проект, чтобы попробовать себя в новой сфере, чтобы ощутить новые эмоции, поскольку в подобных конкурсах я никогда не участвовала. Хорошо. Все.